Асбестовские ребята из военно-патриотического клуба «СМИРШ» приняли участие в областных соревнованиях по силовым видам спорта и армейскому рукопашному бою. Соревнования по силовым видам спорта и армейскому рукопашному бою на призы отделения Союза десантников России Свердловской области проходили в конце февраля в городе Верхняя Пышма. Всего в спортивных состязаниях приняли участие около 150 человек со всей Свердловской области, в том числе и 16 асбестовских ребят из военно-патриотического клуба «СМЕРШ». Участники состязались в армейском рукопашном бое, а также в силовых упражнениях, таким как подтягивание, пресс и отжимание. По итогам соревнований отличились и получили награды учащиеся асбестовские политехникума. Артем Сычев занял второе место по армейскому рукопашному бою в категории 16-17 лет до 70 кг. Стас Упоров стал серебряным призером по силовому многоборью. А вот ученик 11-й школы Алексей Сытой стал победителем по армейскому рукопашному бою в категории до 15 лет до 80 кг. Отличились и другие участники асбестовского клуба «СМЕРШ». Так, например, по армейскому рукопашному бою Артур Нуфер занял второе место в категории 19-23 года до 70 кг. А Денис Разуев стал победителем в этой же категории. Награды ребятам вручил российский офицер, танкист, герой Российской Федерации Олег Косков и председатель Союза десантников России Евгений Тетерин.